вторая часть сразу же после большой лекции. Вот в том, как привести Сергея на какой-то большой дискуссионной панели, пока ее не получилось, но раз у него было время, мы решили заниматься этой лекцией. Сегодня у нас в гостях Сергей Бударев. Это главным образом Дональчик, он известен как музыкальный редактор шоу «Вечерний ужин». Именно благодаря ему на самое популярное сегодня на телевидении шоу попадались независимые музыканты, Монеточки, Пасов, которые были совсем недавно в августе у нас. Вот. И лекцию мы условно обозначили тему Сергей расскажет о том, как сегодня смещаются и размываются границы между так называемым андеграундом или нишевой музыкой и поп-музыкой, о том, как разная неочевидная музыка попадает в места и контексты, в которых она обычно вроде не появляется. Ну, например, телевидение или, например, фестиваль городской культуры. Ну, подробнее об этом во всем расскажет сам Сергей. Спасибо. Спасибо. Всем привет. Приятно. Я не знаю, в чем я стою за трибуной, хотя у меня никакой презентации нет. И вообще, наверное, у меня такой, можно сказать, стендап только без шуток будет на тему, которую была озвучена Владом. По большому счету, мне, наверное, комфортнее просто сесть перед вами, в центре. Начнем с того, почему все начало так происходить в последнее время. В целом, какие-то процессы постоянно, не повторяются в истории, но, в общем, есть моменты, что в истории музыкальной, и в российской, и в мировой, происходят какие-то так кольца, назовем это так, какие-то тектонические сдвиги с какой-то определенной периодичностью начинаются, и они в первую очередь как раз-таки обнажают какой-то пласт информации, который до этого момента не особо был известен широкой публике. Вот. И вообще взаимодействие того, что мы называем условным андеграундом и условной массовой музыкой, оно происходит постоянно, потому что, по большому счету, выходя в пространство, в котором за этим могут наблюдать все, приемы какие-то, методы, качества, отличительные черты того, что мы называем андеграундом, они, если выясняется, что это в какой-то степени интересно людям, массовая культура это начинает тиражировать, множить, как-то увеличивать в масштабах и количествах, и по-разному делает. Обычно она это делает так, что доводится до такого состояния, что ты уже не воспринимаешь это как отличительную черту независимой музыки, да, или чего-то такого, и это тебе начинает надоедать в какой-то момент уже и бесить. Но в любом случае, самый простой, наверное, пример, повод того, как условно андеграунд ворвался в массовую культуру в контексте российской истории музыки, это ленинградские рок-группы в середине 80-х, 84-й год, попал в черный список знаменитый, доперестроечная эта эпоха, темная для всех музыкантов, потому что их тогда жучили, и известная история там Браво, который там, где кого-то там в тюрьму отправили, там обзорвал всю больницу и там на работу и так далее. Вот. И смысл в том, что они были вне массовой культуры, то есть они имели какое-то хождение в кругу ритуалов, там, тех, кто обменивался пленками, перезаписывал альбомы. Как-то, в общем, это распространялось в сарафанном радио, но в целом это не имело какого-то такого воздействия, которое уже буквально через несколько лет какой объем и размах получила эта музыка, когда рок-группы собирали по несколько стадионов в день в Москве и в Петербурге, и вообще, то есть никто не думал, что
когда эти люди писали ночью украдкой, там, боясь быть замеченными в кустарных условиях эти песни, я думаю, что они в последнюю очередь думали о том, чтобы собирать какие-то... Может быть, у кого-то были такие амбиции, но они в последний момент, в последнюю очередь думали о том, чтобы собирать по несколько стадионов денег там, на 20 тысяч человек. Вообще, я думаю, что они об этом не думали никогда не писали. Но тем не менее, тот факт, что произошло. И когда режим допустил возможность этих музыкантов, этих музыкантов быть услышанными, начал тиражировать пластинки, начал, ну, то есть начал легитимизировать их каким-то образом, потому что, в общем-то, они были, они стали невольно лицом перестройки. То есть, в общем-то, они в этом плане, Горбачев попользовался советскими музыкантами, как бы советскими рокерами, и наоборот, это была взаимная такая взаимопомощь в легитимизации перестройки для молодого поколения и в легитимизации рок-музыки для масс. Вот. И вот это тот случай, когда андеграунд, в общем-то, вышел в поле массовой музыки, и там та же Пугачева сразу надела косуху, да, и заиграл какой-то ракешник в тот момент. В общем, это все подняли, у всех вызвало какую-то эйфорию, стало очень много рок-групп разного толка, и, в общем-то, это стало абсолютно массовой культурой до момента, пока, я не знаю, там, не начались подпольные рейвы, да, а потом в начале 90-х, которые тоже через какое-то время, будучи андеграундом, тот же Барабанщик Кино там устраивал у себя эти рейв-тусовки на пластинках, которые приезжали из-за рубежа. В то время как в Манчестере была эта рейв-эйфория 89-92, у нас там в 92-м первая большая дискотека появилась. Но тем не менее, история в том, что это тоже вот пример того, как условно андеграундная информальная история перешла в массовую музыку, потому что если вспомнить альбомы, там, не знаю, первый альбом «Иванушек Интернешнл» и первый альбом «Блестящий», это рейв-музыка, это, по сути, просто какая-то преобразованная в какую-то поп-форму. То есть, видите, это история взаимодействия музыки, которая начинается как нишевая и субкультурная, и массовая, она происходит постоянно, на самом деле. Это я просто сейчас на примере только отечественной музыки говорю, а какие-то подобные рекурсии в мировой музыке происходят постоянно. Это нормальный абсолютно процесс, потому что если бы... Ну, вообще было время именно творческого поиска тоже в середине 90-х по причине того, что выбросили все и всех в просто культура шоу-бизнеса в англо-американском мире формировалась десятилетиями к этому моменту. Да? А у нас рухнул занавес, и мы за пятилетку пытались нагнать все, что люди сделали за 50 лет, грубо говоря. Ну, конечно, не нагнали, и до сих пор, наверное, не догнали, но в какой-то степени, в смысле, пытались. То есть появились возможности, появился доступ к какой-то информации, появился доступ к инструментам, конечно, там бандитизм, бедность в стране и так далее, и т.д. и т.п. Это все, конечно, тоже было и усугубляло ситуацию, но в какой-то мере это придавало этому особенный интерес, особенную специфику, то есть это был особый путь. И, в общем-то, в этом плане русская поп-музыка шла до какого-то момента достаточно интересным путем, потому что все пытались экспериментировать, никто не понимал, как правильно. Все пытались творить, исходя из того, исходя из инструментов, которые есть, они были зачастую редкие, там, дешевые синтезаторы, какие-то там ужасные по нынешним меркам, если посмотреть фотосеты, там, это все очень смешно выглядит. И нифига не стильно. И, если посмотреть видеозаписи выступлений фанерных с тремя огоньками, висящими на сцене, с какой-то ужасной машиной, с там, каким-то диким светом, с дикими мейкапами какими-нибудь, да, смотришь на это, думаешь, господи, что это за чудесатость такая, просто невероятная какая-то. А тогда это считалось модным, прогрессивным, крутым, но в этом есть какая-то наивность, интерес какой-то, до сих пор это есть, но все-таки к этому с иронией относишься какой-то. Но тем не менее, тогда это все было на серьезных вещах, и, в общем,
это был реально поиск. И именно поэтому, возможно, люди себе позволяли больше экспериментов, потому что никто не понимал, как правильно, что делать. То есть мейнстрим как такового не существовало, наверное, в каком-то общем смысле. Он появился уже позже. Хотя, опять же, можно вспомнить про вас Майн, который тоже, в общем-то, такой вестник мейнстрима был. Да, и забавно, что «Ласковый май» делили с рок-группами из регионов вполне себе, практически даже те же данные, как и вот. Ну, потом все начало как бы успокаиваться, устаканиваться как-то, и появились границы мейнстрима и не мейнстрима. Но, с другой стороны, опять же, пример того, как все не мейнстримовое становится мейнстримовым, можно привести на примере нашего радио. Наше радио, появившееся в 98 году, ну, если кто не знает, первые полгода существования нашего радио, там крутились хай-фай, гости из будущего. То есть это была попытка сделать просто такое радио с хорошей русской, с хорошей музыкой на русском, вне зависимости от жанровой принадлежности. Да, это было довольно смелое по тем временам решение, потому что все-таки получив доступ к музыке западной, российские слушатели к музыке российской несколько охладил. Это была история, что ну вот есть тут местные ребята занимаются какими-то финансовыми заработками, а качественное музло все делают там за рубежом. Вот. Фирму делают там, за фирмой надо туда идти. Вот. И в этом плане всерьез мало кто воспринимал отечественную музыку. Даже появление русского радио в свое время было вызвало удивление маркетологическое у многих людей. А наше радио это тем более, но каким-то образом получилось, что, во-первых, он поднял несколько, сказать, упавшее знамя русского рока, который после всплеска, который происходил на рубеже 80-х и 90-х, несколько потерял в актуальности и востребованности. Вот. А с другой стороны, появилось много любопытных групп, особенно поп-рокового и не только формата. И все это вылилось в какую-то волну. И это был пример того, как музыка, которая не планировала стать, в общем-то, стадионной, стала стадионной. И насколько быстро она стала мейнстримом, насколько быстро она стала какой-то такой, ну, не очень интересной истории, которая, в общем-то, постоянно копировала сама себя. Вот. И до сих пор продолжает это делать. Если посмотреть на то, что происходит на нашем радио, оно, в общем-то, как будто навсегда застряло в 2003 году, в 2004. И, в общем-то, всех это, видимо, устраивает, в первую очередь, рекламодателей и публику. Вот. И этот момент, конечно, вроде как и грустный, но с другой стороны он показательный. То есть, возвращаясь к тому, что изначально, от чего я отталкивался, когда все это вот огромное, весь этот поток информации на вас выливал перед тем, как в 2016 и 2017 году, наверное, вот произошел такой период этого тектонического тоже сдвига в локальной истории музыкальной. Потому что, во-первых, в первую очередь, наверное, восстановление стриминга – это то, что люди стали получать какие-то деньги за музыку, в общем, по сути, конечно, не очень большие для случая с небольшим, в любом случае, за последние, за все время существования местного условного шоу-бизнеса никогда, в общем-то, не было столько финансовых возможностей у артистов всех разных уровней, потому что, в общем-то, пиратство забирала большую часть прибыли, как и будучи, собственно, пиратским самому себе, то есть путем тиражирования популярных каких-то композиций. И, собственно, когда появились возможности MP3, я не знаю, помните, наверное, были диски с MP3, там все такое. То есть это тоже пиратство, просто оно было в другой несколько форме. Домашние коллекции. Домашняя коллекция, вот, ну, вообще просто часть истории, абсолютно. И
это же тоже как бы не приносило никакого дохода там. Какие-то конторы пытались выпускать фирмы на 3 года, но это все серьезно было. Они олимпийские мастера, что же они олимпийские, они один билет на концерте могут насколько продать перевод. Отсюда вывод, что тоже это как бы тоже раз к нишевой музыке, к сожалению, или к счастью, смотря сквозь так не смотрю. Вот, но факт остается фактом. В этом плане появилась возможность и хоть какие-то деньги получить у всех. Чтобы какая бы группа ни была, а уж тем более, что ввиду того, что эта история со стримингом только начала становиться, но уже были какие-то, ну, уже интернет настолько был сильным средством массовой информации в плане именно взращивания новых артистов, что где-то как раз в 2016-2017 году стало ясно, что традиционные средства массовой информации уже не работают таким образом, как они могли работать до этого. То есть появление обязательно на телевидении и на радио уже не гарантирует того, что артист станет большой звездой. И есть пример замечательный. Вот, артистов, которые...